окей, мы просто играем в жизнь. Сиськи не имеют никакого значения. Я тебя тоже люблю. Да, Канги, меня зовут Канги. Вали нахер. Я урод, ты никто не хотел. Знакомьтесь, Тендер Либай. Я не знаю ее, мне она не нравится. Беги, дорогая, беги. Я к тебе на район и пришла. На районе со спокуха. Постарайся нормально спеть, ну, Раиль. Всем привет, это Хижина Музыканта. Меня зовут Раиль. Сегодня у нас новый выпуск чат-рулетки. И в гостях знаменитая тиктокерша Тендер Либай, лучшая подруга Егора Крида. Сегодня будем притворяться авторами таких хитов, как Канги Вали, Диджей Смэш, Беги, ну и, собственно, самой Тендер Либай. В конце видео разыграю 5 видеокурсов в мою школу гитары и вокала. Условия очень просты: подписаться, поставить лайк и оставить интересный комментарий. Поехали! Здрасте. Вот это ты зевал или орал? Зевал. И зев перешел в ор. Вот. Давай поиграем в игру. Спою 2 песни. Выберите, какая больше нравится. Окей, мы просто играем в жизнь, часто не понимая роль. Наш сюжет — это белый лист, где мы вместе напишем свой. Окей, мы просто играем в жизнь, часто не понимая роль. Наш сюжет — это белый лист, где мы вместе напишем свой. Первый. Эта песня, я знаю, это тема белорусских, называется она «Окей», и я ее слушаю уже как 3 дня подряд. Я выиграл! Ну, классно, да, она в топе. Сейчас второе место вроде занимает. Ну и вторая. Если тебе будет грустно, приходи туда, где провожали мы закат. Если тебе будет пусто, не забывай меня. Если тебе будет грустно, приходи туда, где провожали мы закат. Если тебе будет грустно, пусто, не забывай меня. Ну, эту песню вторую я не знаю, поэтому я за первую голосую. Ты за какую голосуешь? Я тоже за первую. 2 голоса за номер 1. Круто! Хижина Музыканта. Я урод, все об этом говорят. Я урод, и об этом все кричат. Я урод, и никто никогда не сумеет выступить изнутри меня. Артина! Да, это она, Тендер Либай. Да, вы знали. Ой. Охренеть. Охренеть, я заплакала. Не плачешь ты, чё? Ой. Мы только что просто разговаривали по поводу блогеров, и... Амина, это ты. Можешь заснять, как, типа, встретила нас, да? Все, выкидываем в интернет. Может, наберешь много просмотров. Но это не точно. Хижина Музыканта. Партнером сегодняшнего выпуска чат-рулетки является приложение для гитаристов Timbro. Мы с вами его уже рассмотрели на прошлых выпусках. Сегодня хочу разучить через это приложение мелодию Axel F Crazy Frog. Попробуем. Нормально, 2020 год на дворе, а все еще качает. Поехали. Я смог. Непростая мелодия, довольно быстро идет. Надо обязательно под метроном играть. Главный прикол приложения в том, что не надо подключать гитару в телефон. Он сам слышит то, что ты играешь. Скачать приложение можете по ссылочке в описании. Дерзайте, а мы продолжаем. Хижина Музыканта. Курицу жарить собираетесь? Я там видел. Нет. У нас не курица, у нас индюк. Чё ты сказал? Чё, любите песни? Да, любим. Давайте спою свою песню собственную. Давай. По-любому вы ее слышали, просто мало кто знает, что автор этой песни я. Беги, дорогая, беги. Беги ради папы и мамы. Если услышишь шаги, делай круги и зигзаги. Оу, беги, пока не затянутся раны. Беги ради папы и мамы, пока не сотрёшь каблуки. Рум-пам-парам-парам, парам-парам, рум-пам-парам-парам.
Парам-парам-парам-парам-парам. Ну как вам? Очень круто. Видели приписочку «поэт» такой? Поэт — это я, выпускаю под этим ником. Ну, пишу песни, в смысле. Меня никто не знает, к сожалению. Вот только диджей Смэша знает, и ему приписывают эту песню. Вообще обидно. А почему ты авторские права не сделал? Ну, мы договорились вместе выпустить, поэтому вместе уж. Кого интересного встречали здесь? Есть кто-нибудь такой? Кого мы сегодня встретили? Как его? Этот, Ярик Бро, что ли? И ты этот. Да. И кто такой? Ну, он блогер. Вот он как раз в чат рулетки снимает реакции там всякие. А что, он вас снимал, что ли? Мы не знаем. А, вы хотите попасть в выпуск? Нет. Нет, ну как, и хочется, и колется. Хижина музыканта. А ушел за дизайнами Казахстаном гильдом. Сиськи не имеют никакого значения. Сиськи не имеют никакого значения. О, потрачить лучше. Ты что делаешь? И дугами синими. Привет. Ты не болеешь случаем? Да, именно болею. А я тоже, мы нашли друг друга. У меня нос заложен просто. И когда пою, это очень сильно слышно. У меня нос заложен и кашель. Ну, я активно лечился, чтобы поскорее начать готовиться к концерту своему. Еще раз напоминаю, что 5 октября состоится мой сольный концерт в Москве. Билеты в описании. Приходите, будем петь самые любимые песни под гитару. Будут такие гости, как Рома Смайл, Раим Триггер, Роман Канаграй. Я так хочу прижать тебя к себе, ничего не сказав. Только ты пари, ты пари. Облаками ты взлетай, там вдали фонари горят, и ты сияй. Говори до зари, вслух мне о любви читай. И пари, ты мой счастливый рай. Говори. Здрасте. Приветики. У тебя супер получилось. Кальян-то помогает, что ли, лечиться? Нет, наверное. Но я... Его чуть по чуть курю, но мне горло сильно. И сразу не кашель идет, да? Да, это ингаляция, считай, наполовину. Ну ты открой крышку и туда вот так голову засунь. Вообще тема. Можно сделать кальян для больных простудой. Чего, блядь? Туда шалфей кидаешь, да, ромашку завариваешь внутрь и куришь ромашку. Точно, надо будет попробовать. У меня есть ромашка как раз. Хижина музыканта. Недавно песню написал, она хитом стала, вообще не ожидал. Я, конечно, все понимаю, ты еще та деловая, не обойдешься цветами, но я не буду бегать за тобой, не хватало. Лучше найди себе папашу с деньгами, какая же ты дура. По комнате летят этюды, как пули, грязная посуда, столы и стулья. И так происходит каждые будни. Сколько это будет, скажите, люди? Вали нахер, там, где тебя будут только трахать. Ты мои боли на душе оставила мозоли. Ну чё, как вам? Я всегда скрывал до этого свое лицо, вы нигде не найдете мою фотографию. Чё ты врёшь-то, ну вот, в наглую? Это типа... Тендерлибайер, косплеер Тендерлибайер. Тендербайли, да, это она. Ну, знаешь же эту песню? Что, косплеили? Это не косплей, это Тендербайли, тиктокерша известная. Я знаю, я смотрю. Да? Ну смотри, по голосу, может, узнаешь. Я урод, все об этом говорят. Я урод, и об этом все кричат. Я урод, и никто никогда не захочет рассмотреть изнутри меня. Я просто в шоке. Я честно... О, господи. Я не знаю. Я могу просто... Да ладно тебе, чё? Не прям уж суперзвезда.
Крит покруче уже будет? Нет. Нет? Нет. Она говорит, что ты красивая, поэтому... Она правда очень красивая без маски. Да. Но с маской тоже есть. Ладненько, дальше побежим тогда радовать людей. Пока. Пока. Хижина музыканта. Эй, привет. Давай, ну забацай, я редко встречаюсь, чтобы тут играли. Мне, обычно я играю. Я боюсь, я всегда боюсь людей, которые тоже сидят с гитарой. Мы не жюри конкурса «Минута славы». Могу вот так убрать, я уже типа без гитары. Я играю сильно хуже, чем я пою, вот так. Вокал важнее, чем игра, так что давай. Обычно все наоборот. Обычно играют неплохо, поют плохо. А мне бы теперь любить, держаться бы с кем-нибудь за руки. Мне бы теперь делить постель свою с кем-нибудь от скуки. Мне бы хотеть бы жить, вставать по утрам с постели мятой. Я разрешу застрелить себя, если захочу обратно. Я разрешу застрелить себя. Классно. Смотри, по голову. Я песню не знаю, но ты очень нежно так и проникновенно поешь. Прям хочется слушать. Что за песня? Это Рит Дакота. Если ты такую тетю знаешь. Ну, тетю знаю, но песню нет. И ни одной ее песни, к сожалению. Хижина музыканта. А вот я к тебе на районе пришла. На районе сейчас покуха. Вроде да, пока норм. Норм. Ну, ща, осень придет до конца прямо. Там уже начнется фейерверк. А, да? А с чем связан этот фейерверк будет? С тем, что будут поджигать траву, прыгать через нее, делать, так сказать, бабье лето, там, ведьмы, все дела. Шабаш, понятно. Шабаш, нужна будет ваша помощь. Мы обязательно только свистня. А какой город обслуживать нужно? Казань надо обслуживать. Ой, Казань, на Новый год приедем к вам, к сожалению, сейчас не моем. Ну, успейте, вдруг города уже не станет, пока вы будете. У меня в гостях сегодня Тендер Байли. Прикольно. Тендер Байли позвал. Тендер Байли. Конечно. Тендер Либай, так. Сейчас, подожди. Тендер Либай, что ли? Да. Я не люблю не лето. Я люблю лето. Ага. Лето твое время прошло. Все, осень пришла. Ребята, как вам выпуск, как Тендер Либай? Спасибо тебе за приход к нам в чат-рулетку. Если понравился выпуск, ребята, поставьте лайк, поддержите его, мы очень старались. Следующий выпуск выйдет, когда наберем 10 тысяч лайков. Ну а если вы хотите играть так же, как я, и петь, то есть как мы с Тендер Либай, то в описании под видео есть мои обучающие видеокурсы по гитаре и по вокалу. Ну а теперь разыграем видеокурсы. Всем пока! Ну что, друзья, вот мой последний выпуск чат-рулетки на канале. Вышел он 31 августа, блин, чуть ли не месяц назад. Копирую ссылочку данного видео. Нужно было поставить лайк, подписаться на канал и оставить комментарий. Здесь у нас 700 комментариев. Давайте определять 3 победителей. 5 победителей уже определим в следующем выпуске. И поздравляю Ерохина Тимирхана. Не сомневайся, бро, у тебя получилось. Второй победитель... Это чувак под ником Zeus Company Limited. Душа аж радуется, когда играешь. Очень приятно читать такое. И третий победитель. YouTube in Russia. Хочу курс. Всех вас троих поздравляю. Напишите мне ВКонтакте. Вышли курс. А вы, ребята, не отчаивайтесь. Участвуйте в розыгрыше. В следующем выпуске уже разыграю 5 видеокурсов. Всем пока!